Сквер на Красном Перевале готовится к новому периоду жизни. Здесь начали серьезную, первую за много лет реорганизацию. Она проводится в рамках городской программы реконструкции и восстановления парков. Скверу памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам фабрики значительно преобразится. Убирают выбракованные деревья. План сквера сделан оригинально. Новые дорожки будут напоминать нить клубка. Так тематически в сквере обозначат историю места, связанного с фабрикой. Асфальтовое покрытие частично заменят на плитку. Здесь появятся разные рекреационные зоны, детский уголок. Поскольку район не только многонаселенный, но и значительно удаленный от центра, особенно необходимо место отдыха. Парк будет освещен. Работы планируют закончить к концу лета. По желанию жителей мы сделаем здесь сцену. Причем она будет очень удобно вписана именно в ландшафтный дизайн. Мы также предусмотрели, чтобы по периметру у нас располагались и парковочные места, чтобы и жителей не оставляли, которые приедут сюда отдыхать, свои автомобили на дороге, а имели возможность на благоустроенных парковочных местах оставить транспорт и спокойно пешком прогуляться.